А со следующим гостем Фернандо будем общаться о чайной продукции. Фернандо, как настроение? Отличное. Питерское. Питерское настроение, да, дождливая погода, но тем не менее мы здесь очень позитивно все настроены. Расскажите чуть подробнее о своей компании. Компания «Чай Себасти». Я являюсь собственником данного бренда. Сам бренд уже в Российской Федерации с 2012 года. А так мы в 23 странах продаем чай. Себасти – это средний плюс, и у нас очень большой ассортимент подарочной упаковки. Например, на сегодняшний день вся наша новогодняя продукция по всей красоте и в метро, в ленте, ой, нет, не в ленте, в Окее, метро, Ашане, Селгресс, там много в сетях. Завоевали все торговые площади, которые только можно. Да, мы даже вот постоянным каким-то ассортиментом в магнитах уже присутствуем, в карусели присутствуем. И остальные сейчас добиваемся. Наш дистрибьютор в Москве – это компания «Столичные поставки». «Столичные поставки» – это очень крупный, мощный дистрибьютор. Так что мы… Вот, активно работаете в этом направлении, да. У меня такой вопрос. Дело в том, что все стараются придерживаться каких-то новых трендов в производстве продуктов. Чай, вот для меня это все, понимаете, да, есть черный чай, есть зеленый чай, есть все остальное. Какие новинки вообще сегодня существуют на рынке среди вашей продукции? На этот вопрос нами было сделано качественное, количественное исследование. Мы спрашивали потребителей, конечного потребителя, что их ассоциируется словом «чай». Словом «чай» ассоциируется, первое было сказано, традиции, теплота, семья, уют, вечер. Все, вот есть 5 пунктов, которые ассоциируются чаем. Здесь никаких IT-технологий, там какие-то нанотехнологии, то не присутствует. Чем дальше от этих модных и современных слов самой упаковки, чем успешный бренд. Мы продаем не чай, мы продаем эмоции. Чай Себасти – это самый красивый чайный бренд мира. Мы продаем и в Японии, и в США. Сейчас часть российского ассортимента мы локализуем, потому что все-таки есть 20% НДС на фасованный чай из Шри-Ланки. Я родом из Шри-Ланки, так что я знаю, как, что и где. И за сколько тоже. Да? А в России я 30 лет. Я гражданин Российской Федерации, у меня семья. Кстати, Себасти – это мои дети. Себастьян и Самуэл. Really? Себастьян – мой старший сын. Самуэл – мой младший сын. Вот так крестили, это получилось Себасти. То есть это семейный бренд. Так что я не бегаю за какими-то огромными объемами, но получается ничего. У нас есть хороший партнер в Москве. Вот я ранее говорил, «Столичные поставки». Они полностью, это эксклюзивный дистрибьютор наш, они полностью финансируют и продвигают. Ну, там компании сотни продавцов. Только продавцов сотни. Я думаю, что сейчас наши зрители просто заварили чашечку ароматного чая во время просмотра интервью, поэтому самый главный вопрос. Что рекомендуете обязательно попробовать из вашей продуктовой линейки? Купите на Новый год пачку Себасти Ассорти в любых сетях. Там красивая, действительно хороший ассортимент. Много вкусного чая для семьи. Каждый член вашей семьи найдет какой-нибудь аромат, который ему нравится. И знаете, что я сделаю после этого интервью? Я потом специально зайду в магазин, найду эту упаковку, попробую, потом мы с вами поделимся впечатлениями. Спасибо. У вас есть мои координаты. Спасибо.